как провели посевную аграрии Ульяновской области, как чувствуют себя зимые и яровые, обсуждали на профильном штабе с участием главы региона. В целом, под урожай 2021 года было посеяно 318 тысяч гектаров озимых культур. Это наивысшая площадь сева за последние 11 лет. Яровые культуры высажены на площади в 665 тысяч гектаров. Тем не менее, трудности не обошли фермеров страной. В этом году значительно выросли цены на электроэнергию, удобрения, металл, ГСМ. Как отметил глава ведомства Михаил Семенкин, аграрии в беде не оставляют. Мы в оперативном порядке сразу же приняли решение значительно раньше осуществить компенсацию затрат выплат для наших сельхозтоваропроизводителей с целью того, чтобы они планомерно подготовились к посевной кампании, в полном объеме закупили удобрения, горючечно-смазочный материал, отремонтировали сельскохозяйственную технику, закупили, соответственно, качественный семенной материал. То есть эта работа вся была выполнена. Еще одна проблема – засуха. Жаркие май и июнь, малое количество осадков – все это может повлиять на урожайность. В этом году уровень влаги в почве меньше, чем в засушливый 2010-й. Ряд муниципалитетов, которые ежегодно показывают хорошие результаты уборочной – это Чердаклинский, Меликесский, Старомаинский, Новомалыклинский – попали в зону рискового земледелия. В третьей декаде июня установилась сухая, аномально жаркая погода с максимальным температурой 32-37 градусов. Дожди отмечались разной интенсивностью местами. Всего за май на большей территории области выпало 34-55 миллиметров. Это 52-81% от месячной нормы. Правда, как отметили синоптики, с 1 июля в регионе ожидается спад жары. Днем 25-27, ночью 18-20 градусов тепла. Возможно, кратковременные дожди. Специалисты Ульяновского аграрного университета прогнозируют урожайность в 1 миллион тонн зерна. На основе нескольких подходов, экспертной оценки на основе математических моделей и цифровых технологий мы постарались смоделировать тот валовый сбор в рамках каждого административного района. Наши прогнозы по Ульяновской области – это примерно 1 миллион тонн зерна. Прошлогодних рекордов по сбору зерна хлеборобы не поставят, но, тем не менее, потребность региона в зерне составляет 800 тысяч тонн, а значит, ульяновцы будут полностью обеспечены хлебом и хлебобулочными изделиями. Анна Тищенко, Улправда ТВ.